Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Так, что у нас в бараках, давай посмотрим. Ох ты. Слушай-ка, неплохо. Кстати, да, я получил конника, когда ролил рулеточку. Так, и поставить нам, я так понимаю, некого. Да и незачем, в принципе. Ну что, друзья мои, погнали, у нас 216 миссия. Хотя, подожди-ка, у нас денег достаточно, чтобы Gold Pack открыть. Так, выпадает у нас трехзвездочный мечник. И все, больше не хватает. Кстати, подожди секунду. Я кое-что там видел. Сколько нам остается с тобой? Так, 4. 4 рекрута набираем, и у нас будет эпическая карточка. Ну что, погнали. Посмотрим сейчас. 51 против 35. Как видишь, у меня 7 динамита, 3 заморозки и 2 подкреплялки. Так, я думаю, что здесь нам придется, наверное, скорее всего, динамит кидануть. Куда он упал-то? Слушай, я думаю, мы здесь победим. Хотя, подожди, подожди, а если мы... Нет, вроде бы все получается у нас, да? Да-да-да, начинаем потихоньку их давить. Как клопов. Фух, я уже думал, сейчас надо будет заморозочку или подкрепление вызвать, но, видишь, справились. Ну что ж, замечательно, и мы с тобой продолжаем. 217-я миссия. Посмотрим, 32 против 35. По всем параметрам мы их должны просто раздавить. Так, ассасины мои, куда они опять бегут? Я не понимаю, зачем они увязались вот за этими копейщиками и бегут? Ну, естественно, их в этот момент и уничтожили. У них здесь никого нету таких, я бы сказал бы, элитных войск, поэтому сейчас мы их тут раздаем. Давай, 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 робот, беги. А где у меня пират? Упал уже, да? Жаль. Оу, и робот упал. А знаешь все почему? Потому что они очень медленно идут. И маги, соответственно, и лучники в этот момент их уничтожают. Ну давайте, давайте, все. Последнего мага шлепнули. Так, это мы с тобой делать пока не будем. Что у нас опять-то тут появилось? 5-го уровня. Мечник. Слушай, а у нас мечников здесь... Подожди-ка, вот эти вот разве... Скорее всего, нет. Нет. Не могу их соединить, к сожалению. Но, может быть, вот сюда поставить их? Да, я думаю, что от них будет здесь больше толку, чем от этих бомбардиров. Ну что, 218-я миссия. Давай-ка посмотрим, что у нас получится здесь. 33 против 37. Первым у них идет огр. Нам бы его быренько как-то ушатать. Блин, почему у них такие лучники лютые, в отличие от моих, а? Давай-давай-давай, пират, бомби его. Он упал. Он упал. Ну что, их остается всего лишь 6 единиц. 4. 3. И последний лучник. Да давайте его, все. Выпотрошили. Так, ну это мы с собой брать не будем. Нам это незачем. 219-я миссия, погнали. Накопим немножко денег, уже будем с тобой открывать пак. Так, ассасины, да? Вражеские. И огры мои, нет, чтобы обернуться. Нет, идут. Один все-таки допетрил, что надо бомбануть. Все, отлично. С ассасинами покончили. Остается дело за малым. Так, робот начинает бомбить ракеты. Это хорошо. Ну и ты сам видишь, что здесь получилось. Полный развал вражеской армии. Да, эпическая валькирия, если бы она бы еще у нас была. Ну что, 220-я миссия, 195 тысяч монет. Давай-ка попробуем. Трехзвездочный бомбер. Подожди. Да ёк, Макарёк, ну куда ты? Ну, Рэй, ну что ты? Короче, 36 против 37. Давай мы, наверное, сделаем с тобой следующее. Не, не буду я тратить пока. Мы все равно здесь лидируем. Посмотри внимательно, у нас... 20 против 12. Сейчас мы этого огра только ушатаем. Паладин уже упал. Все.
Все, победа будет уже за нами. Она в кармане у нас уже лежит. Тут только вопрос времени. Давай, родные, подходим. Ну, эти маги, все, падают. Отлично. Так, сундучок открываем. И здесь однозвездочный имп. А что я хотел сделать? Я хотел вот что. Опачки, да ладно. Паладинчик нам выпадает. Так, и по итогу у нас сегодня выпало два юнита. Конник и паладин. Паладин у нас эпический, но он первого уровня. Стоит ли его брать? Я помню, когда у нас был пират первого уровня, он был ватник. Как только он получил второй уровень, он стал имбой. Поэтому я думаю, что, наверное, нам надо подождать маленечко. Во-первых, таким образом мы с тобой армию понизим, да? Именно по количеству. Если поставим одного паладина вместо, например, тех же самых четырех мечников. Так что оставим. Если нам выпадет еще карта на паладина, мы ее, естественно, соединим. И тогда уже можно будет поставить, как того же самого пирата. Пират на первом уровне вообще ватником был. Сейчас он рулит, будь здоров. Ну что, а мы продолжаем. Что у нас здесь? Покажите, пожалуйста. 37 на 37. Ровное количество. Вот это вот мне не нравится, что у него там... Ну куда ты, динамит? Ну, я хотел вот сюда его. А хотя, смотри внимательно. И так у нас все отлично получится. Мы их отсюда прижимаем. Мы ассасины, соответственно, со спины их просто вырезает всех. Круто. Просто великолепно. 36 тысяч монет нам выпало. Так, а сколько у нас? 192 нужно для того, чтобы открыть золотой пак. И 100 рекрутов для того, чтобы открыть тоже эпический пак. Ну что, поехали. 222 миссия. Посмотрим, сколько. 45, ё-моё. Ассасинов очень много. Слушай, здесь, наверное, нам придется делать вот так, скорее всего. Вызвал подкрепление. Слушай, мы их круто, круто что-то тут прожали вообще. Посмотри. Почему так быстро? Просто моментально снесли их. Погнали. Блин, я же хотел сегодняшнюю серию посвятить чисто арене. Да елки-ты палки, а. И забыл. Ладно, друзья мои, бывает. Сегодня поиграем тогда так. А следующую уже действительно посвятим арене. Давай, 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 проминаем. Мы что-то мы уступаем им, по-моему, да? Так, робот начинает бомбить ракеты. Вот, все, перелом пошел. Остается их семеро. Барбосы, беги, беги быстрее. На, отлично. Здесь мы тоже победили. Огров, хочу, ребята, прокачать себе огров. 50 кристаллов, итого у нас 400. Еще 50, и мы с тобой откроем легендарный сундук. А пока поехали дальше. 32 против 37, я думаю, здесь мы их порвем. Нет, паладины это, конечно, хорошо, но нужно, я еще раз повторяю, ребят, прокачать их. Слушай, тут что-то мне совсем не нравится, как у нас обстоят дела. Давай динамит бросим. Все. Просто один динамит зарешал. Он уничтожил большее количество вражеской армии. И, как видишь, у нас победа в кармане. Hard level 225. Ну, естественно, ребят, как только мы доходим до монетки или до сундучка, у нас тяжелый уровень и невозможный уровень. 29 против 37, и это невозможный уровень. Вы смеетесь надо мной? И что же тут сложного? Скажи-ка мне на милость. Просто, просто снесли их с лица земли. Ты посмотри. Даже ничего нам они не сделали. Проще пареной репы. Итого 97 тысяч. Отлично. По-моему, нам даже хватит... Нет, это я брать не буду. Нам хватит с тобой открыть эпический... Даже не эпический, а золотой пак. Опять эти бомберы. Да ё-моё, трехзвездочные. Показывают, что мы можем их улучшить до 5 уровня.
Все равно я пока их ставить никуда не буду. Ну что, 226-я миссия. Как говорится, вперед из песни. Нифига у вас тут бомберов сколько. Давай, мечники, вы как пушечное мясо у нас здесь. Давай, барбоса, бомби этого. Бомбер, отлично. Так, ну что у нас там по счету? Мы ведем пока. Причем очень хорошо ведем. Так, 4, 3, 2 и последнего. Давай, шваркаем, все. Лучники, естественно, лучники зарешали здесь. Двигаемся дальше, без остановки. 227-я миссия. 31 против 37. Тут, я смотрю, у него викинги, паладин. Ассасины мои начинают лучников вырезать, и это круто. Давай, 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 родные. Ну и все, в принципе, они приплыли. Тут по-другому не скажешь. У нас 19 юнитов, у них уже ни одного. Опять сундук. Вот хочу вот, ребята, наверное, вот этого ангелочка еще одного. Опа, 50 кристаллов нам выпало. Это говорит о том, что мы сейчас будем открывать легендарный сундук. Ну и что же нам тут... Оу, да ладно. Трехзвездочный барбосса, капитан. Слушай, а мы можем его... Блин, не можем. Получается, что вот этот вот будет лучше, чем этот. Тогда просто заменим. Слушай, а может быть, нам тогда еще, знаешь, что сделать? Возможно, я делаю глупость, но я хочу поставить его вместо... Вот так. Да, будет и трехзвездочный, и двухзвездочный у нас капитан Барбоса. Мне кажется, он будет лучше, чем два каких-то копейщика. Ну что, поехали. 34 против 36. Ассасины бомбят. Давай, давай, родные мои. А да, все-таки два капитана — это хорошо. Посмотри сам, они еще сами себя отхиливают, насколько мы знаем. И двигаемся дальше. Скоро сундучок получим. 229-я миссия. 35 и 36. Блин, хочется ассасинов покачать вообще до топчика, чтобы они с одного удара их валили. Они и так неплохо орудуют. Смотри, всех лукарей почти вырезали. Никто даже на них не взглянул. Все. Без проблем все получилось. Так что мы большие молодцы. Ну, а теперь у нас сундучок. На розыгрыше стоит. 31 против 36. У него очень много тут всяких. Два паладина, два огра. Ай-яй-яй, смотри, что происходит. Они сравняли счет. Стопы, ребята, что-то вы уж больно тут разгулялись, я смотрю. По-моему, это не помогает, да? Это не помогает. Нет, 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 нет. Я не могу проиграть здесь, ребят. Я не могу здесь проиграть. Давай, лучники. Так, их четверо осталось. Трое. Да, все, мы здесь победим. Блин, ну мне пришлось, конечно, потратиться немножко. В конце все-таки ушатали мне огра. Ладно, припомним. Ну, почти 50 тысяч голды. И плюс выпадает нам однозвездочный имп. Соединили, окей. Ну что, двигаемся дальше. Смотрим. Или конника дали бы мне, тоже было бы, кстати, неплохо. Я бы мог, по крайней мере, их соединить. Давай, давай, этих магов паршивых убивайте. Блин, они какие-то сильные, ты посмотри, ассасины. Трындец, просто пыхтят возле них. Окей. Но они все-таки, да, ушатали. Отлично. А, он тоже отправил против нас ассасинов. Капитан Барбоса завалил. 100% это звездочный. А нет, они тут оба живы. Так, у нас 232-я миссия. Поехали, глянем, заценим. Ну, у нас преимущество. Тем более здесь лучники. Сейчас лучников мы с тобой вырежем.
тут у них остается паладин. Слушай, два капитана вообще люто бомбят на самом деле. Ой-ой-ой, одного потеряли. Ну, ничего страшного. Они все равно очень хорошо бомбят. Так, 201 тысяча нам нужна, да? Для того, чтобы открыть. Хорошо, поехали. Здесь, опять же, у нас преимущество. Но у них огр очень крутой, смотри. Я думаю, что это ему не поможет. Так, ассасины, давай. Блин, нифига. А что так быстро пирата моего? Даже обоих шваркнули. Но это не дело. Вот, сейчас выживет у них огр. Все, мы его ушатали. Замечательно. Вот я тоже хочу также прокачать его, чтобы он был крутым. 234-е. Ну что, до 240, я думаю, сегодня, наверное, дойдем, да, и будем на этом серию заканчивать. У нас лучники среагировали, это что-то. Начали расстреливать вражеских ассасинов. Давай, 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 давай. Паладин там со своей защитой. Оу, огр упал. Капитаны наяривают. Но смотри, не очень-то, кстати, большое было преимущество. Вот сейчас только в последние секунды все поменялось. Одного барбоса у нас запинали. Ну и мы расстреляли вражеского юнита. Ну, нам достается копейщик. Однозвездочный. Так, битва за кристаллы. 235-я миссия. Поехали. Да ладно, мы их тут уничтожим. А, у них маги, наверное, жесткие, да? Скорее всего. Да-да-да, скорее всего, именно из-за этого можем сфейлиться. А если я сделаю его так? Да куда ты свой динамит-то... Заморозка. Блин, ты посмотри, лучники... Ого! Таким залпом сейчас звезда... Ты хорош! Так. Совсем мне вот это не нравится. Давай-давай-давай-давай, друзья мои, побеждать должны мы. Да ну, хорош. Что за фокус это? Трындец. Они причем били по одной цели все. Так, 50 гемов и 50 тысяч голды. И, кстати, можем с тобой открыть пак. Трехзвездочный мечник. Ну что, остается совсем чуть-чуть. Еще 4 миссии и, в принципе, можно будет закругляться. Поехали. 51, ты серьезно? Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Сразу сравняли счет практически. Так. Лидируем пока, пока да. Ну, здесь ты видишь, у него импы остались. Мои мечники, тут еще два капитана-барбосы наяривают. Люто причем наяривают. Ну вот, в принципе, и запинали мы их. Куда ты там уходишь? Все. Найс. И получаем 50 кристаллов. Уже соточка, да, накопилась? Окей. Быстро-быстро мы с тобой их копим. Но это и хорошо. Здесь у нас больше, поэтому должны выиграть. Копеечки, да? Опа, опа, мы, ребята, проигрываем, если честно. По количеству юнитов. Ну... Давай, давай, давай. Маги заколебали, вот серьезно говорю. Только они вот решают перелом битвы. Потому что пока мы тут ближников бомбим, они издалека наяривают. И это хорошо, что они в разнобойку бьют. Как тот отряд, да? Целенаправленно все в одну цель бомбили и сразу убивали. А здесь они каждый, как говорится, по-разному бомбил. Ну что, 238-я. Давай-ка посмотрим, что на этот раз нам. 33 против 36. Так, копеечки, да, сзади. Опять, опять у нас начинается вот эта вот ерунда, перелом. Я подкрепление вызвал. Только ради того, чтобы здесь их уничтожить всех. Давай, капитан Барбоса, иди быстрее. Без тебя тут вообще никак. Слушай, мне кажется, мы с тобой 240-й вряд ли сможем пройти уровень. Потому что я все потратил.
Мы, конечно, попытаемся, но сомнения у меня. 38 против 36. Ну вот, вот, вот начинается, ребят, перелом. Ты посмотри, посмотри, что происходит. А, ассасины вражеские. Вот оно что. Вот почему мы с тобой очень быстро теряли юнитов. Как только с ними разобрались, сразу же, смотри, пошло дело на поправку. Но тут, видимо, зависит все от того, насколько быстро мои юниты отреагируют, развернутся и начнут уничтожать ассасинов. Чем быстрее они сделают, естественно, тем больше юнитов у нас останется. Окей. И еще 50 кристаллов мы получаем. Ну что, 240-я миссия. Попробуем справиться, а? 36 на 36. Так, у него тоже ассасины, я смотрю, прыганули. Ну давайте, ну... Так, один огр молодец, отреагировал, развернулся. А этот нифига идет. Окей. А мы еще живы здесь, смотри-ка. Кстати, это хорошо, что огр у них пошел за ассасинами. То есть он потерял время. Мне кажется, здесь безоговорочная победа, потому что у нас 16, а у них 4 юнита. Огры сейчас завалим. Именно лучники его, наверное, подобьют. И магистр кислых щей падает. Все. 52 тысячи монеты и плюс сундучок, в котором выпадает маг, которого мы можем еще скрестить, да? Ну, как-то так. Денег у нас не хватает на пак золотой. И 241-я миссия у нас будет на кону. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сегодня закруглимся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!